Разрешите, по поручению президента, значит, мы зачитываем поздравления. Уважаемая Анна Егоровна, примите искреннее поздравление с юбилеем. Такой юбилей, как у Анны Егоровны Ларионовой, бывает раз в жизни далеко не у каждого. 25 июня Анна Егоровна отпраздновала свой 105-й день рождения. Поздравить юбиляршу пришли начальник управления по социальной политике Александр Балакин, глава администрации Константин Ильичев и глава городского округа Алексей Забродин. И, как водится, прибыли гости не с пустыми руками. Часы из титана. Они эти ходят. Ходят. Ходит. В свои 105 лет Анна Егоровна Ларионова занимается бисероплетением и вяжет. И что уж вовсе кажется невероятным, делает это без очков. Поздравительные письма, в том числе и с Уралвагонзавода, где она трудилась, все обязательно перечитает, заверила племянница юбилярши Вера Борисова. Гостей Анна Егоровна, как правильный именинник, принимала не один день. Внучка приезжала. Ее дети приезжали, трое ее детей, это правнуки, трое правнуков приезжали, и праправнуки, и еще будет прапраправ, скоро уже родится. До 100 лет Анна Егоровна жила и вела хозяйство самостоятельно. После векового юбилея перебралась жить к племяннице. Трех дочерей и двоих внуков уже пережила. В скором времени ожидает появления на свет своего прапраправнука. На вопрос, в чем секрет ее долголетия, небрежно машет рукой и искренне удивляется, узнав, что она единственная жительница Верхней Салды, справившая 105-летний юбилей. Кашу любит. Ягоды любит, жимолость, варенье жимолостник любит, чернику любит. Всю жизнь по лесу ходила, грибы собирали. В 99 с нами еще по грибы ездила. Пожелание, чтоб жить не тужить, до 100 лет довелось, в такой юбилей теряет свой смысл. Поэтому родные в день 105-летия Анны Ларионовой желали ей еще не раз собрать гостей на своем дне рождения.